Воу-воу-воу-воу-воу, юпи-йо, юпи-я. Говорит стульник господа, остановитесь, прижмитесь к обочине. Повторяю, говорит стульник господа, остановитесь к обочине, не прижмитесь, заглушите двигатель. С очень поощрением мы откроем вам огонь. Чак-чарак. Здравствуй! О боже, арпешер. Так, документа при себе нет. Документ на груди закреплен. Ага, окна закрыты, на груди камера. Понятно, ну все, я тебя задержу, дебилоид, блин. Так, 607, сейчас я найду номер 607. Надо найти мне номер 607 и все, и он мой. Сейчас, 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 давай, давай, покажись. Да блин, не могу найти номер этой санной ориентировки, ребята. Здравствуйте, стульник Ласпайд Барбоса, от Бэчка, ознакомьтесь. Выйдите из машины, покажите ваше водительское удостоверение и документы. Согласно главе 2 по 8 дорожный кодекс. Нашел. Все. Ничего не понял. Последний раз повторяю, выходим из машины, показываем документы, согласно глава 2 по 8 дорожный кодекс. Водитель обязан при себе, иметь при себе документы, водительское удостоверение, показывать сотруднику полиции при первом требовании. В случае отказа его задержания и подчинения. Ой, то есть, аккуратней, извините. Аккуратней, сказал. Да-да-да. Тварь, блин. Стой на месте стоять, сказал, на месте. Мое такое дитя, слушайте. Вот просто маленький ребенок. Так, сейчас останусь, пока проверим, трофей, наверное, целяется в вагоне. Так, ребята, я занят, не пишите, я ничего не вижу. Потом отвечу на все вопросы. Что тут происходит, молодой человек? Так, вот, вот так. Так, здравствуйте еще раз, сотрудник Ласпайд Барбоса, вы задержаны за статью 76 непочинение госсотруднику и статья 10.7 спряжение на угонном транспорте. Так, сейчас открою дверь, или после чека сегодня открою дверь. Мужчина, что тут происходит? О боже мой! Вот тварь! Сколько колес у меня тут? Одно колесо, нормально. Вы имеете право хранить молчание, все, что скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать до время допроса. Вы понимаете свои права? Хорошо. Ты слишком маленький. Я комментарий сейчас не вижу, я занят. Я занят, потом отвечу всем. Хорошо, пожалуйста. Сейчас кодирую автомобиль, рискнули ремень безопасности, вытащили из автомобиля. Так, можно. Так, заломаю ручку ходовства. Так, тут занято. Так. Так, отпускаю руку. Где находится ваш документ? Да, их нет. Нет. Тогда пойдем, узнаем вашу личность. Так, заломаю человека за собой. Так, коп, чирик. Тут нормально. Чирик. Так, отпускаю руку, пожалуйста. Вот так, стойте на месте, ничего не делайте. Так, у него перчатки. Сняли перчатки. Сейчас он спросит, дебил, как я узнал его личность. Вот. Подождите. Так, ID-карта есть. Так, 3837. А как вы знаете мою личность, когда у меня наручники идут?
А, какой он конченый. Так, 3-8, 3-7. Я же сказал, он Я же спросит. тоже пачку. Дебил, блин. Такс. Так. Чарик. Так, поздравляю, ваше лично установлено. Так, хорошо, сейчас нет перчатки, прохлопы верхний, нижний слой одежек напротив. Так, чек-чек. Что-то у нас есть. Угу. Ничего незаконного не нашел. Замечательно. Сейчас стану зип-пакет. Я изумал человек, поставь зип-пакет. Так. Сейчас достану КПК, сель в трубочку напротив. Так. Это жоба. Так, сейчас стану планшетом роли вашего розыск. Так. Розыск 3. 10.7. 17.6.6. Не забудьте про адвоката. ОК 10.7. ОК. Ой. ОК. Так, хорошо. Сейчас заломаю ручку перед тобой. Сейчас позовем вам адвоката, не проблема. Так, пускай руку. Так, сейчас у нас 11.14. Зовем адвоката. Так, все, 11.14. Ждем ответа адвоката. Так, что я пропустил там? Так, сок зарплата. Зарплата 700 тысяч в час. Я обожаю Тулева. Я должен на трассе. Ну, ты молодец. Я не обожаю Тулева. Да, я стульник Николас, подай, все верно. Дальнобойщик, походу. Кто? Щику, УАЗику, Иста, Бадей, ваша машина. Или бюджетар. Ну, меня интересовала эта машина Фурата, Ласа Бансен Дэй. Влад, сколько лайков? Лайков сейчас 12,8. У тебя что такое? В жизни тоже так стреляете? Да. Почему все время, если полиция останавливает, надеется? Да это нормально, это все время так. Тут просто бандосов побольше, чем сотрудников. И все ненавидят сотрудников, и поэтому они всегда лезут. Так, я подошел на мониторе. Да, стой, супер. Так, дичи. Так, да че? Чё? Где че? Все творишь-то? Ой, Кари Франца, бро, я ну вообще пьем тут идея лезть. Он политист, а раз он трумбоят, Кари не. Кари не. Ну вот. Привет, привет, но я виноват. Окей, мы с идем. Демо суштил. Акола дала, Франца интересант. С тобой. Ну, встречайся, прием так, подсекать по тиктоке. Ага, чешник. Хорошо. Так, что... так, адвокат не ответил. Да, тикток и пленку Франца. Да, лавочи. Да, ну, Матинка Лабанда, ну, сде. Да, от эти лук лезть государственные. Адвокат, прокурор, еще ваджену, атика, арматы, пальца, сде. Лабанда, Матинка, цваш, сенгурлея, кол. Хорошо, в автоклики работ. А, не, уже не работаем. Ладно, давай, удачи тебе, спасибо, что был. Покажи живот. Не буду я показывать живот. Сам покажи живот. Так. 11.14. Тиша. 5 минут. Шеш. 19. Ясно. Сейчас. Сколько у нас время? Так. 11.50. Так. Хорошо. Что тут у нас? Так, есть, все работает, все нормально. Пацаны, уже сказать, молодец. Этот мне пишет, типа, могу ли я с белыми волосами ходить? Иди ты в жопу. Делаю, что хочу. Блин. Спасибо, спасибо за подарок. Да, спасибо, спасибо. Самое интересное, что вот тут в комментариях, да, вот на стрим, то... А, да, что такое, Влад? Комментарий ставит на месте. Если уйдешь, сейчас статью еще одну инкриминирую. Так, поздравляю. Вам еще статья 17.13, побег при задержании. Где он? Четвертый Маджестик.
Будем ждать заломи. Очень сильно постарался, вырвался из залома. Я толкнул полицейского локтем. Не шуми, тихо сиди. Я из залома вырвался. Угу. Все, пока. Да, четвертый сервер. Давайте уже. Что там уже? Еще минута должна пройти. Я уже задержу этого маленького чупа-чупса, блин. Который умничает. Думает он умнее всех. Кцаняй. Кцаням, кцаням. Я кала до зажди меня с пункт кцаням. До зажди меня дела, кошка с пункт кцаням. Так. А все. Так, отпустил человека. Так, сначала стал телефон. Ага, сейчас у нас 11:19. Ладно, все хорошо. Все буду делать за ломи, разве такой непослушный. 5 минут прошло, адвокат не ответил. Так что я продолжу описание здесь. Сейчас я сам перчатки, прохлопы верхний, нижний. Сложечек напротив. Так, обыск. Ничего не нашел, задержано, хорошо. Так, значит, так, вы были задержаны. Стоять, сейчас я обновлю вам еще одну статью. Не надо, меня. Так, обновить. 4 звезды, 17.13.13 у кого. Так, значит так. Да, блин, нужно его лицо. Так, значит так, быть задержан за статью 17.6 непочинение госсотруднику, статья 10.7 передвижение ног на автомобиле, статья 17.13 побег при задержании. Все, за мной. Сейчас открою дверь КПЗ, позор человека, закрой дверь. Вот смотрите, он мог просто, ребята, шоколадки дать и все. А он решил повыпендриваться. Я его остановил, а он сразу начинает мне, что у него окна закрыты, что у него нету документов, что он такой умный. И чё? По итогу на 40 минут сядет.